Привет, друзья! Сейчас я вам покажу настоящую супер вкусную китайскую кухню, а именно как ее готовить. Как вы знаете, китайские блюда ценятся своими соусами и особым способом приготовления на очень-очень сильном огне. Сейчас я вам покажу кухню изнутри, по крайней мере через окно, и вы посмотрите, как в час пик повара штампуют эту еду. Я нахожусь в данбейской кухне. Это привычная нам китайская еда, то есть без всяких стрёмных запахов и так далее. Выглядит очень-очень вкусно, и ну, еда просто бомбовая. Видите, вот люди сейчас обедают. Сейчас покажу вам, как эту еду готовят. Видите, повара. Такой хорошенький, кругленький поваренок. Еду делает то, что надо. Посмотрите, какое количество примесей и вкусовых добавок. Не имеется в виду, что какие-то искусственных, вот именно для создания соусов. Все готовится на больших сковородках, вот в таком огне. Видите, у него сковородка. И по сути, даже сковородка не моется, я вам скажу. То есть она просто споласкивается за счет огня, не пристает даже к ней эта еда. Видите, он одновременно делает два блюда, два-три. Какой огонь, смотрите. Это сейчас он делает колбаджоу. Это известное блюдо, жареное по фритюре говядина и свинина. Видите, какой огонь? Вообще же. Такой повара крутые. Этот именно вот толстенький готовит просто бомба. Это действительно мастер. И самое интересное, что вот сейчас вот час пик начинается. Видите, сейчас люди начинают потихоньку приходить. Они штампуют эти блюда там, знаете, по 4, по 5 одновременно. То есть могут делать. Видите, как он раз там закинул, все перемешал. Так, вот мой салат. Это я беру с собой. Вот так выглядит домашний салат. Просто бомба. Оп. Все готово. Оп. Насыпал лучка. Готово. Видите, просто он наливает своим половничком хитрым этот воду. Немножко смывает, и все готово. То есть блюдо сковородки не моется, и при этом вкуса от предыдущего блюда вообще не остается. Вот, смотрите, какая красота. Говядинка с лапшой и еще и подлива. В общем, весь секрет в огромной сковородке, супер мощной газовой печке и вот таком вот хитром поварешке. Ну и, конечно же, таком хитром и крутом поваре. Так это выглядит круто. Не знаю, будет ли сейчас какое-то блюдо, где прям пылает огонь. Ну, посмотрим. Оп. Промыл немножко и слил прямо же на эту печку, в которой есть огромный слив. Там вот почек делают. Поражают просто те блюда, которые, ну, реально обычный человек будет делать где-то 40-50 минут, они делают за 2-3 минуты. Просто уникальные, конечно, ребята. Оп, подлил воды. И на огне пошел. О! Вот он, мастерство китайской кухни. Красавцы. Ребят, ну еда действительно просто офигенная получается. Вот именно в этом ресторане. Ну, не у всех, конечно, знаете, от руки зависит мастера. Здесь ребята действительно дают на душу. Вот она, говядина эта. Кайф.
А вот мое второе блюдо. Жареная цветная капуста со свининкой. То, что надо. Повара такие хорошо кушают, видите? Представляете, как ему жарко. Он тут штампует эти блюда. И, в общем, вот за это все, за вот эти два блюда и рис, я отдал $5. Вот так вот это выглядит. Красота, ребят. Смотрите. Рис насыпают вот таким образом, видите, это мне сейчас пакуют. У них огромная рисоварка, пароварка стоит, и они вот так вот по блюдам ее рассыпают. И рис, кстати, очень-очень классный, сварен. Здесь бабушка заведует, которая фарш для блюд сервирует. Вот с момента заказа до получения прошло 5 минут. У меня есть два блюда, при этом вы видели за время ролика Сеси, он сделал еще несколько, 3 как минимум блюда. А здесь прям моется посуда. Вот так вот это выглядит. Bye-bye, лаба. А еще у них здесь есть как импортное русское пиво. Три медведя. Оно все время стоит, не знаю, кто его покупает. Есть еще настойки из различных. Вот, смотрите, из змеи. Из каких-то ракушек. С чая, из улиток и из грибов корней. В общем, жесть. Змея стрёмная такая. Так что все это действительно здесь есть. Все, ребят, выключаюсь. А, кстати, оплату производится, видите, вот такие аппараты. Подносишь свой телефон с QR-кодом, сканируется, и все готово. Все, ребят, всем пока. Ставьте лайк этому видео. Поддержите поваров. Подписывайтесь на канал. И приятного аппетита!